Друзья, всем огромный привет! С вами Серега, и это YouTube канал Assistance TV. В одном из прошлых своих видео я сделал замечательную распаковку на вот этот вот станок, на эти формы, на силикон для литья приманок. И сегодня, наконец-то, мы с вами будем отливать приманки. Ребята, у меня есть две замечательных формы центробежные для литья приманок. Одна вот такая вот небольшая для литья силиконовых приманок на окуня, я так понимаю, вот такие слаги. И вторая это баксии. Вот такая большая, я думаю, на крупного окуня уже и на крупную, ну или на любую щуку, можно сказать так. В общем, у меня еще есть станок, для того, кто не помнит, форма, вот такой диск для центробежного литья, к которому уже диску будет прикручиваться наша форма. Также, ребята, сейчас на место все поставлю. О, также у меня есть 24 болта, чтобы прикрутить наши формы, потому что в них, видите, много отверстий, и их надо плотно прикрутить между собой, прикрутить к этому диску. У меня есть силикон, с помощью которого я буду обрабатывать данные формы. У меня есть силикон, с которого я буду лить наши приманки, и также много цветов. Я сделал опрос под предыдущим роликом, каким цветом мне сделать, ребята, силиконовые приманки. Было множество вариантов, и были сумасшедшие варианты, сделай ярко, бирюзово, зеленые какие-то, в общем, ну кто что не писал. Но больше всего было, конечно, предложение сделать что-то естественных цветов, то есть зеленое, коричневое, вот такого какого-то цвета, более естественное, как какой-то червячок, какой-то вот уже, знаете, как пиявочка, чтобы рыба, ну, более-менее отзывалась на приманку. Ребят, хочу сказать, что вы правы, но нужно делать приманки естественного цвета. И мы сегодня с вами попробуем сделать такую зеленую приманку, вот, с помощью зеленого пигмента. Также попробуем сделать фиолетово-зеленую, смешаем два цвета. И будем добавлять аттрактанты, блески. Блески я буду добавлять зеленые, блески я буду добавлять вот такие вот голографические, то есть как серебро, можно сказать. Вот. Ну и также добавлю еще блестки лаванды, то есть будем несколько раз делать. Хочу сделать несколько порций вот этих маленьких силиконовых приманок, несколько порций больших, чтобы у меня уже был запас некий. Лить я буду первый раз, поэтому если что-то сделаю не так, сильно не злитесь на меня. Для меня тоже это литье будет представлять большой интерес, потому что любые самоделки для рыбалки это всегда круто. В общем, ребята, если вам уже все понравилось, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Так, что у нас есть по аттрактанту? Аттрактант у меня креветка. Вот так выглядит креветка. На вкус он, конечно, вернее на запах, я его на вкус не пробовал. О, очень концентрированный, ребят. На вкус просто... Я вам не передам это словами. Реальная креветка. Ну и также есть, конечно, яркие красители. Один такой вот... Прямо аж вы видите, розовый какой-то, написано красный, если немножко добавить, думаю, красный будет. Вот, и такой лимонный. Ну, попробуем, может, тоже с них сделать. Также силикон. Силикон, специальный силикон у нас, ребята, для приманок. По шору 6 единиц. То есть его нельзя перегревать свыше 180 градусов. И я вам покажу, как его делать. То есть мы его нальем в банку и будем постоянно по чуть-чуть нагревать. Но первым делом нужно нам эту банку силикона, вот эту вот, хорошо взболтать. Ну, минуту точно надо болтать. Фух, ребята, взболтал я наш силикон. Пускай он теперь постоит немножко. И хочу сказать, что перед тем, как начинать литье, начинать разогревать силикон и все это дело смешивать, нам необходимо наши формы центробежные для литья приманок смазать обычным силиконом. То есть силикон в спрее для смазки, я его купил в автомобильном магазине. Я вот беру, у меня тряпочка есть специально, потому что я такой могу замазать тут все. И просто берем этот силикон, наносим на нашу форму. Это нужно для того, чтобы... Нужно наносить хорошо и все это промазать тряпочка, чтобы, в общем, каждая пора, чтобы у нас потом все хорошо все отделилось. Каждая порочка, вот эта микропорочка, где будет наша приманка, должна быть смазана этим силиконом. Тогда у нас все хорошо будет отделяться и будет приманка ровненькая, идеальная просто. Вот так это выглядит, ребята, вблизи. Вот, и теперь я при помощи щетки просто хорошо размазываю силикон по нашей форме, чтобы он везде пропитался. Лишний силикон, естественно, можно просто вытереть тряпочкой, там, где мы переборщили. И то же самое, ребята, мы делаем с обратной стороной. Обратную сторону тоже берем, также хорошо пропшикиваем. И также проходим кисточкой. Итак, мы с вами смазали нашу форму силиконом. Теперь нам просто-напросто необходимо ее с вами собрать. Собирается она очень просто. Просто по пазам мы ее помещаем друг в друга вот так вот. Оп. И плотно это дело сжимаем. Теперь, когда наша форма с вами, ребята, собрана и внутри смазана силиконом, ее необходимо здесь закрепить, на этой пластине. Все это делается очень просто. На пластине, как вы видите, уже много размеченных отверстий под разные формы. И под разные формы необходимо вам разное количество болтов. Под данную форму с маленькими переманками необходимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болтов. Мы просто берем болт с шайбой. Вот. И вкручиваем. У нас к отливке все готово. Теперь необходимо только смешать силикон, аттрактанты и красители и разогреть его в микроволновке. Сейчас мы это с вами сделаем. Но перед этим хочу вам сказать, друзья, вы много комментировали, что, Серега, данное оборудование довольно-таки дорогое. Формы для центробежного литья дорогие, станок дорогой. Друзья, хочу сказать, что на сайте kupijig.ru, ссылка на которой будет в описании под этим видео, там, где я приобрел все эти товары, красители, силиконы, станок и формы. Есть также формы довольно-таки бюджетные, под несколько приманок. Переходите, просматривайте, ребята. То есть там, ну, на разный бюджет есть все, что нужно. Есть и формы под несколько приманок, и под 5, под 10 разных размеров, которые могут себе позволить купить, ну, практически каждый. Это форма для более, так сказать, промышленного производства силиконовых приманок. То есть вы можете даже сделать бизнес в гараже. То есть купить станок, формы и отливать каждый день по сотням, сотни, тысячи штук, сколько у вас хватит, грубо говоря, времени. Сейчас я принесу сюда микроволновую печь, и мы вместе с вами замешаем, разогреем и все-таки попробуем отлить первую партию. Ребята, все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Так, берем наш с вами силикон, давайте еще, может, чуточку его взболтаю. Вот, открываем. Я не знаю, сколько мне нужно силикона для первого раза, для маленьких приманок. Думаю, что, ну, очень мало. Сейчас налью. Ну, думаю, достаточно. Давайте еще, мало ли. Вот, вот так вот, полбанки. Друзья, смотрите, изначально силикон белый как молоко. Да, вообще белый цвет как молоко. Для меня это тоже была новость. Но говорят, что нужно его, сейчас вот помешаю. И в процессе разогрева он станет прозрачным. Станет прозрачным, как вода. И когда он станет прозрачным, ребята, тогда уже можно именно лить с него. Итак, вот он, основной этап добавления красителя. Пигмент, краситель зеленый. Давайте капельку туда капнем. Посмотрим, как оно будет. 1, 2, 3, 4, 5. 5 капелек маленьких. Все это смешиваем. Ух ты! Еле капнул, а уже цвет, смотрите, какой стал. Интересный, да? Я думаю, что можно еще добавить капельку. Добавил, смешиваем. Ребята, и очень важно не забыть добавить несколько капель аттрактанта. Ну, давайте я совсем граммочку каплю, потому что я не знаю, ну, сколько надо туда. Первый раз все-таки делаю. Вымешиваем в микроволновку и в бой. И теперь открываем нашу микроволновку, ставим туда нашу с вами банку. И я, ребята, накрою банку вот таким вот ведерком сверху, дабы испарение, ну, не дай там что-то, не запачкали нашу микроволновку. Так, закрываем. Ну и ставлю я, давайте, на среднюю мощность, допустим, на 540 на 30 секунд. Делаем 30 секунд с вами. Давайте 20 секунд. Погнали, разогреваем наш силикон. Прошло 20 секунд, открываем микроволновку, достаем наш с вами силикон, осторожно, он может быть уже теплый, и еще раз все это размешиваем. Так делаем несколько раз. Ребята, я включил станок, пускай он пока раскручивается, так сказать, мой силикон подходит к готовности, и я иду за ним. Я очень переживаю, потому что это первое литье, как оно получится, реально не знаю, друзья, реально не знаю. Силикончик, так, еще можно чуть-чуть ему дойти, он такой еще пока... не совсем прозрачный. На несколько секунд можно оставить в микроволновке. Так, у нас с вами все готово. И очень быстренько это все дело заливаем в форму. Надеюсь, вам все видно. Силикон в микроволновке сначала стал густой, потом стал жидкий. Вау. Главное не перелить, да. И вот как раз, когда он стал жидкий, жидкий после густого состояния. Это то состояние, когда его пора наливать. Кстати, еще один нюанс. Я думал, что расход будет большой. Расход силикона минимальный. У меня в банке осталось еще очень много силикона, поэтому реально нужно всего там, я не знаю, граммочку. Прошло несколько минут, думаю, хватит вращать. Уплотнилось все. Выключаем нашу форму и будем с вами потихоньку это все дело разбирать сейчас. Так, смотрим сверху. Вроде бы тут все плотно получилось. Видите, какой силикон вышел. Должны быть приманки такие точно, как здесь. Так, слегка я перелил, потому что, видите, аж наверх зашло. Ну, ничего, для первого раза, еще раз говорю, думаю, что потянет. Откручиваем это все дело. Фух, ребят, я снял форму. Теперь самое главное, мы ее сейчас раскроем. Так, раскрываем, посмотрим, что там у нас внутри вышло все-таки-то. Ух ты, я вижу червячков, ребят. Вау, аккуратно надо снять. Осторожно, их надо разъединить. Я вижу очень много ровных червяков, таких, как я хотел. С запахом креветки я вам не передам. Сейчас вы это все увидите. Как же круто-то получается. Отсоединяем потихоньку. Надо больше силикона было мне в форму налить, чтобы мягче это все дело отсоединить. Ух ты! Крутяк! Вау! Есть, снял. И тут... Есть, снял. Фу. Ребят, у меня получилось очень много ровных рыбок. Вот они очень ровные. Можно пока их вот так и посушить, в принципе, где-то положить на стол на какой-то, либо просто повесить. Вот, друг к другу они не липнут. Или же сразу можно аккуратно их оторвать и идти рыбачить. Вот, очень осторожно. Сейчас я вот возьму пару штук и покажу вам, насколько осторожные они получились. Ребят, вы только взгляните, насколько они точные получились, ровные. И я уже хочу сказать, они прочные. Хотя производитель говорит, нужно выдержать сутки или двое, чтобы силикон стал прям вообще такой крутой, плотный-плотный. Но в данном случае меня все устраивает. Нету ни единого косячка, каждая приманочка просто идеально ровная. Вот в натуре просто идеально ровная. А их у меня вон сколько. Короче, можно эту штуку прям так вот повесить, сушиться. Смотрите, вот как видно, да, насколько ровные, точные приманочки получились. Просто жесть, можно сделать любым цветом, как ты хочешь. Можно или так ее повесить, сушиться, либо поотрывать приманки и, ребята, положить их уже по отдельности подсохнуть. Вот, так сказать, до полной боевой готовности. Но я уже завтра хочу на них ловить. Приманки и вправду получились ровные, идеальные, я не ожидал. Думал, будет хорошо, но не настолько, что прям такие вот ровные, как вы видели, получатся грани у них, так лягут блестки. Просто супер. Давайте я сейчас сделаю еще какой-то цвет этого же размера, и потом сделаю бакси, тоже большие приманки. Еще два слова хочу сказать о формах. Ребята, с формы все снялось идеально, нету нигде никакой точечки, вот, все просто супер. Тут может тут что-то и все, а так нету, ну, силикон выходит с форм полностью, то есть сразу же можно начинать лить другой цвет без остановки. Сейчас у нас готовится второй цвет, и он, ребята, вот такой вот. Чуть-чуть голубоватый, с такой голубизной, в общем, как стол практически, да. Я решил сделать такой вариант. Попробуем. Я снимаю вторую партию приманок. Вот, я их не открывал. Тут я уже, ребят, много не перелил, понял, как нужно. Вот, все отлично мне получилось. Тихо. Болт вставляем, разжимаем, вставляем отвертку и открываем полностью. Сейчас посмотрим. Да, все идеально, я вижу, что все хорошо. Можно так даже чуть быстрее уже открывать. Я как опытный литейщик уже второй раз у меня. Открываем. Силикон отличный, приманки отлично отстают, друг к другу не пристают. Вытянул, вот. Вторая партия тоже, ребята, получилась отлично. Вторую партию я сделал, как вы можете видеть, ну, гораздо светлее, вот в таком оттенке. Как стол практически, да, вот я его подгадал цвет. Тоже все идеально. То есть, все, ребят, форма чистая, ее даже не надо чистить. Снять с нее можно вот этот верхний силикон, который тут остался, перелитый нами. И все, форма чистая, можно ее собрать, положить, ну, даже не смазывать силиконом, все отлично в ней, все просто супер. Вторая форма намного больше первой, поэтому в ней, ребята, используется 24 болта. Я буду делать вот таким вот ярким цветом. А дальше все по пройденному сценарию. Выключаем наш станок и теперь ждем, пока он остановится, и разбираем болты. Но я уже практически мастер литья. Приманки получились идеально. Просто супер, я бы сказал, просто жесть. Смотрите, как она вышла. Ребят, хвостик целенький, все целенькое. Сейчас ее отламываю. Есть, вот. Вот она готовая приманочка большая. Но я считаю, что просто здорово. Все ровно, все, все отлично, все целое, с запахом. Да, с легким запахом креветки. Хвостик получился целый во всех. Вы смотрите, здесь нету ни одной бракованной приманочки. Каждая приманочка идеальная. Каждая идеальная. Ребята, что сказать? Все получилось очень здорово, я не думал, что будет так легко. Приманки получились идеальные, что большая приманка получилась идеально, что мелкие приманки, вы видели, получились идеально. Теперь мне остается только убрать рабочее место, потому что я не был готов к силиконовому литью, это для меня было первый раз. И мои впечатления, что все получилось круто. Напишите в комментариях, делать ли мне еще силиконовые приманки, каким цветом. Ну и также ждите ролик, как я буду ловить, не знаю, может с Димоном, может с кем-то еще, на эти самодельные силиконовые приманки. Еще раз говорю, у меня есть 3 цвета. Раз, два в разных оттенках, и третий это бакси, вот такой большой цвет. То есть, друзья, если вам все понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и обязательно напишите, как я уже сказал, свое мнение, что вы об этом думаете. Ну и также поставьте мне оценку, насколько удачно у меня получились силиконовые приманки.